Следующее письмо. Так. О, вы уже плевать начали. А, кстати, еще раз телефон. 8-913-444-3178. Заказы принимает Татьяна Александровна. Так, кстати, я ее попросил. Ребенок вырастил 2-3 десятка сеянцев маньчжурского ореха. Вот. Я объявлял уже, особого восторга не было. Там выкуплено то ли 2, то ли 3. Вот. А садил ребенок 6-летний. Вот. А маньчжурский орех — это очень ценная вещь. Это если его, про него... Ну, просите в интернете. Я рассказывал о его ценнейших качествах. Но уже... Но я бы, во всяком случае, он настолько воздух делает стерильным, что я бы под ним бы ставил бы кровати и назвал бы это домашним санаторием. Но это мое личное мнение. Надо все проверять. Особенно с матиком. Так, вы уже плевать начали. Это очередное письмо. А у нас в Северном Подмосковье еще снег лежит и сыпет. А потом дожди пойдут. Если только ближе к 3 декаде апреля будет окно для прививок. Приобрел у вас и черенки. Надеюсь, недели 3 не тронутся. Уже приходится к ним подкладывать бутыли с водой ледовой. Просмотрел все косточки, еще жду. Только сыны маньчжурцев раскрылись. Здрасте. А садить когда? А вы пролетаете. И один королевский скрылся. Да, жалко, рано проснулись. Ну, еще, понимаете, ведь человек думает, что там у него плюс один. А у него, может быть, дверцами холодильника хлопает, хлопает. Так, жалко, жалко. Вот, абрикос по двое. А, вот следующее, это уже, знаете как? Я взял и очередной... А, я говорю, я никогда не видел рекламу, чтобы продавали свое. Вот, и это было правдой до сегодня, до вчерашнего дня. Я все правду, честно, вот, показывал вам эти рекламные эти сайты. И вдруг нашел настоящие. Вот. И где вы думаете? Там, где хозяйничала Байкова, Галина Николаевна. Мы друзья. Она помогала сыну Сергею даже делать диплом. Вот, Шушинский. Он имеет диплом агронома, только это, я надеялся, он получит особое приглашение. Для того, чтобы сразу взять и, ну, допустим, какой-то профессор, ну, настоящий профессор. Вот. А не такой, не кабинетный. Сказал бы, сделаем, вырастим за 5-6 лет сад, на 6-7 год, может, Савини Селену привлечь сюда, потому что тут команда нужна. Вот. И подаем на государственную премию. А когда государство увидит, что натворили мои ученики, плюс профессорский состав, который придаст авторитет, тогда уже и премию уже настоящую, международную, нобелевскую. Вот. Но, к сожалению, так получилось, что я ассоциирую вот этот Шушинский питомник. Нет, не питомник, он называется госпитальный участок. С именем Байковой. Она давно на пенсии. Сейчас там другая дама. И мне это, я увидел рекламу в интернете. Вот, я впервые увидел, что рекламируют свои. Там все свое. А самое интересное, да? Ну, кто бы знал, вот, я хочу их похвалить, но кто бы знал, что сайт-то им сделала кто? Елена Самусович. Как тесен мир, ну. Здорово же, да? Вот. И я убедился, что у них свои. Вот. Есть у меня замечания, но я по жизни нудный, вредный, противный. Есть у меня замечания. Вот одно, видите? Вот это. И то мне не хочется сильно на этом зацикливаться. Больно. Я уважаю тех, кто там работает. Тяжелая работа, настоящая работа. Сейчас им придется в Красноярске все это продавать. Кто тут купит? Вот. Кругом это. Мне, знаете как, в Шабаканском районе у меня есть кино. Я снял, когда у меня был в гостях
мужчина, он самоучка, ну, понятно, самоучка Железовский, то есть наш человек с моего кружка, он вырастил, привил, вырастил саженцы, продать не смог. Пусть Бакинский район, нищета. Не смог продать, пошел в школу. Давайте посадим, школьный сад сделаем. Да, давайте, а потом запрет. Вот. Объяснить запрет этот невозможно, кроме обыкновенной чиновничьей бюрократической глупости. Видите, как вот. Вот.